Считается, что аграрная сфера достаточно консервативна, особенно то, что касается частных приусадебных хозяйств. Однако здесь также внедряются свои новые методики. Об этих технологиях рассказывают на семинарах Центра поддержки садоводов и огородников. Сейчас мы совместно с нашим генеральным партнером компании «ИРТИ» проводим сезон тепличных фестивалей в Брянске. Этот сезон открывается бесплатными семинарами на тему выращивания овощей на приусадебном участке. С новейшими тенденциями всех желающих знакомиться знакомят профессионалы своего дела. Представители компании «РТ», специализирующиеся на предоставлении необходимых садоводам товаров и услуг, а также ученые. Первый семинар ведет доктор сельскохозяйственных наук профессор Сергей Сычев. Если вы посадите у себя в тепличке на зелень луки, где один зачаток, то вы получите один росточек с этой луковички. А если вы посадите сорта многозачатковые, то когда вы выдернете луковицу, вы увидите, что там... Значит, в луковице образовалось 3, 4, а то и 5 стебельков. Кстати, во время тепличных фестивалей проводятся конкурсы с ценными призами. Помимо этого, для обладателей золотой карты садовода по желанию могут сделать бесплатный экспресс-анализ почвы. Приусадебный сезон только начинается, а потому сейчас именно то время, когда стоит узнать что-то полезное для своего хобби. У нас есть свой сайт помогиогороду.ру. Можно зайти на сайт, и там есть все подробности о центре, о его деятельности, о партнерах центра, о том, что было, есть и будет в нашем центре. Виталий Угримов, Дмитрий Комаров. События. Брянск.